Всех приветствую на канале Animal Life. Мужчина нашел в лесу 20 беззащитных щенков, которых выбросили в метель. Роман Афонькин из Рязани, владелец семейной мастерской по изготовлению деревянных игрушек ручной работы. В выходные он поехал в лес за материалами для мастерской. Неожиданно в лесу, на поляне, он увидел брошенных щенков. Мужчина понял, что это судьба. Щенки жались друг к другу, стараясь согреться. На улице было холодно, ночью началась метель. Малыши точно были домашние, их намеренно бросили в лесу. Кому пришло в голову избавиться от 20 упитанных пушистиков таким ужасным способом? Роман собрал щенков и посадил их в машину. Почти всем было не больше 2 месяцев, кроме одной девочки 4 месяца. Роман привез малышей к себе. На крыльце бани из огромной коробки соорудил им общежитие и сделал пост в соцсетях. Также к нему приезжала съемочная группа, которая после съемки отправилась на место, где мужчина нашел щенков и обнаружили там еще 4 пушистика. Их тоже Роман забрал в свое собачье общежитие. Вместе с родителями Роман уже построил во дворе дома теплый вольер, закупил корм, связался с ветеринарами. Щенки выглядят здоровыми и упитанными. Щенков сфотографировали, определили пол. Теперь выбирать малышей гораздо проще. 4 уже пристроили. Надеемся, что остальные тоже быстро найдут дом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.